меня нет выбора. Потому что ты моя. Это был димедрол. Для взрослого человека доза безопасная, но для младенца мальчик бы уснул и больше не проснулся. Хорошо. Идите к ребенку. Да. Если бы я пришла на секунду позже. Спасибо тебе большое. Не переживай, с малышом уже все в порядке. Но ее нужно найти. Ее нужно найти. Она страшный человек. Как вы вообще могли взять ее на работу? Я позвонил Троицкому, он едет сюда. Мы во всем разберемся. Не переживай. Спасибо вам. Да ну что ты, милая. Ну, так быстро часть дома на меня переоформить. Ну, что ты такое говоришь? Ты в него столько сил вложила, а он такой же твой, как и наш. Степа, без тебя я бы... Ну все, прекрати. Радоваться надо. Главное, чтобы с удочерением все прошло хорошо. Оно так и будет, я убежден. Ну все, пока. Пока. Мой сын теперь единственный наследник. Да. Ребенок Савченко мертв. Совесть не мучает? Вик, деньги давай. Я тороплюсь очень. Часть баксов, часть евро, как ты и хотела. Сейчас проверим. Здесь вся сумма. Что теперь делать будешь? Уеду отсюда. Сегодня же. Я вошла, подумала, что это малышом стоит неонатолог. Потом она обернулась, узнала меня. Бросилась бежать, я пыталась ее остановить, она меня толкнула и убежала. Ей секунды не хватило, понимаете, чтобы сбить малыша. Что с ребенком? Ваня, послушай, врач. Ну, женщина, которая пыталась малыша усыпить, она работает тут медсестрой. Это бывший врач из моей зоны. Подожди, о ком ты говоришь? Наташа. Это Наталья. Та самая Наташа, которая так понравилась нашей Маришке. Помните, она еще знакомилась.
Нет, этого не может быть. Это правда, Валентин Степанович. Да. Господи. Я же с ней. Тихо, 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 тихо. Валик, держись. Она же заходила тогда Маринке делать укол. Она сказала, что это были витамины. Валентин Степанович, ну если вместо витаминов ей ввели, например, окситоцин, то это могло бы спровоцировать преждевременные роды. Понимаете? Валентин Степанович, насколько я понимаю, вы были близки с Натальей. И знаете, где она живет. Помогите нам ее найти. Да, конечно. Простите. Да. Ты не забыл? Хотел провести повторный анализ ДНК. С сотрудником лаборатории я уже договорилась. Жду тебя у себя через час. Ну, наконец-то. Что? Взяли. Даже аванс выдали. Я же говорил, это отличная история. Они не могли не взять. Это что получается, что я теперь на вот этой вот истории, на смерти сына теперь зарабатывать буду? Так, ну, перестань. Это неправда. Послушай, я прочел твою повесть. Это очень искренняя исповедь матери, которая жила своей жизнью и откупалась от сына деньгами и подарками. Но в конце ты приходишь к осознанию своих ошибок. И открыто об этом говоришь. Ты представь, сколько женщин прочтут и задумаются. Спасибо тебе. Пап, прекрасная идея. Правда. Пройтись по магазинам? И по магазинам, и в кафе. Мы так редко видимся в последнее время. А время проводим еще реже. Это правда. Как у тебя с учебой? Хорошо. Готовлюсь к первой сессии. Скоро зачетом. Юнг, Фрейд, Гроф. Не могу начитаться. Наверное, психология — это мое. Психолог-то не. Хотела спросить. Давай. А что у тебя с мамой? С Ксюшей? Давно ты у нее был? Мы обязательно сейчас должны это обсуждать. Красивое место, хорошо сидим. Значит, мама была права. В смысле? Ты ее стыдишься? Это мама тебе сказала? А еще, мне кажется, ее это обижает. Обижает? Да, так точно. Я выполняю. Есть. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы следователь Макриский? Да, по какому вопросу? Я уже думал, что к вам не дойду. Откуда же вы шли? Вы не поверите, с Луганской области, а с той стороны. Что вы имеете в виду? Я сейчас вам все объясню.
Объясняйте. Я был на оккупированных территориях. Там, где между линией фронта и границей с Россией происходит такое. Слушайте, вы мне здесь будете новости сейчас рассказывать? Кто вообще сюда пустил? Я зарегистрировался у следователя. Все нормально. Послушайте меня! Извините. Успокойтесь. Вот. Что это? Там доказательства, там... Вы вставьте, пожалуйста, компьютер, посмотрите. Подключите! Включаю, включаю. Это странная штуковина. Давайте. Пожалуйста. Смотрите внимательно. Дело в том, что я проработал на заводе, который выпускает огромное количество контрафакта. Смотрите. Водка, чистый спирт, лекарства, консервы, сигареты. Видите? Вот эту дрянь каждую ночь эшелонами фуры в нашу сторону прут. Люди днем и ночью. Вот посмотрите, люди ищащат. А кто-то на это наживается. Вот посмотрите. Вот этот вот. Вот этому человеку повезло. Его просто отправили в карцер. Почку отбили, но он остался жив. А вот смотрите, ребят. Да-да. Вот этот из местных. Он хотел ящик водки свистнуть с завода. Его просто расстреляли. Без церемоний. У них другие законы. Там люди работают на жатву. Влево-вправо шаг. Сами понимаете. Послушайте. Это потрясение какое-то. Присаживайтесь скорее. Присаживайтесь. Я просто обязан записать ваши показания. Конечно. И еще у меня... Вот. Я записал номера фур по памяти. Большое спасибо вам. Просто сейчас прямо пробьем это по нашей базе. Значит, в районном департаменте приняли. Да. Я все справки приложила. И с нового места работы. Я теперь в отделе кадров у Саши Савченко. В строительной компании работаю. Угу. И справку о недвижимом имуществе. В общем, сказали, что пакет документов полный. Ну и прекрасно. Только теперь Галина нужно ждать. Во-первых, должен собраться опекунский совет. Во-вторых, должны принять первичное решение. В-третьих, передать документы в суд. И потом уже только через 2 месяца принять окончательное решение. Ну ничего, я готова ждать. Пока будет решаться вопрос об удочерении, я могу оформить опекунство. Прекрасно. Вы знаете, у нас даже есть специальные курсы по подготовке к опекунству. Я знаю. Я уже записалась. Какая вы умница. Ольга Борисовна, я хотела у вас попросить, можно я Наденьку к нам домой заберу на день-два? Можно. Спасибо. Можно. Угощайтесь. Спасибо. Михаил, я хотела вам сказать спасибо за то, что вы пришли. Просто Миша. Вы же ищете работу? Да, ищу. А мне как раз нужна продавщица. Уже сам никак не справляюсь. Что у вас тут жарко так? Вот решил зайти в гости. Познакомиться, так сказать. Ну, вы спрашиваете. Это ведь собеседование. Расскажите про свой опыт работы. Вы же в магазине когда-нибудь работали? В магазине не работала. Зато освоила управление салоном красоты. Так что с работой продавца, думаю, как-то справлюсь. Салон красоты – неплохой опыт. А может быть, мы сейчас прямо поедем в мой магазин и обсудим все условия работы? В магазин? Да. А, хорошо, я сейчас вещи возьму. Так, все. Ксюша. Ксюша, давай подведем черту и... Нет. Все не то. Все не то. Так, Ксюша. Давай помиримся и... Это все детское какое-то. Короче, Ксюша, я тебя...
что, готова к приключениям? Каким приключениям, тетя Галь? А помнишь, ты у меня спрашивала, где я живу, с кем я живу? Конечно, помню. Ну вот тебе приключение на два дня. Мы с тобой едем ко мне в гости. Правда? Правда. Ура! Давай, собирайся. Бери с собой все, что тебе надо. Даже краски с мелками? Обязательно краски с мелками. Давай. А ты куда? Это надолго. А зачем тебе мелки? У меня два дня приключений будет. Мы тоже хотим в гости. И мы хотим в гости. Так. А что здесь происходит? Что за шум? Мы хотим в гости, мы хотим приключений. Мы хотим приключений. Приключений? Ну, хорошо. Будут вам приключения. Сейчас все быстренько встали, оделись и во двор. Будем воздушного змея пускать. Давай. Ура! Бегом. Бегом одевайтесь. Алло. Алло, Наташенька. Тут такое дело. Мне позвонили знакомые, они собирались лететь во Львов. Но не могут, у них мама заболела. Предлагаю два билета почти даром. Ты на это как смотришь? Что? Ты предлагаешь лететь вдвоем сегодня? А внука ты уже навещал? Нет, еще нет. Но мы можем это сделать вместе перед вылетом. А что? Да нет. Я просто хочу все распланировать так, чтобы мы... Все с тобой успели. Так, я зайду за тобой, или ты ко мне приедешь? Заезжай лучше ты за мной. Договорились. Хорошо. Валентин Степанович, вы отлично сработали. Теперь этой Наташенькой займутся профессионалы. Нет, давайте я, пожалуйста, он пугается. Саш, ты не против? Нет, конечно, не против. Одну минуточку. Ух ты! А что это у нас здесь? Еще один образец? Вика, пусти. Прошу, отпусти. Хватит, наигрались. Разрешите? Сделайте, пожалуйста, свою работу. Ты же не против, Вика? Спасибо вам. Всего доброго. Ну вот и все. Встретимся на следующей неделе. Я думаю, мы оба понимаем, что покажет тест. Он покажет, что это твой сын. До свидания, Вик. Да, Саша. И как?
пыталась подменить результаты теста? Думаешь, брали слюну твоего малыша? Ясно. Ну, мы на месте. Давай перезвоню через пару минут. Гражданка Иванова Наталья! Или, может быть, Наталья Шульга? Кажется, по последнему месту работы вы числитесь Вятской, так? Слушайте, в чем дело? Извините, вы мне надо... подозреваетесь в обучении на Марину Савченко. Что? Что за бред? Я не делала ничего Марине. Вам же потом самой будет стыдно. Пройдете в машинку. Послушайте! Да это какая-то ошибка, разберемся. Я ни в чем не виновата. Спокойно. Хорошо. А вот и мы. Познакомьтесь, это Надюша. Очень приятно. А я бабушка Фаина. А я Богдана. Можно просто Бодя. А я Света. Будем дружить? Будем. Ну ладно, хватит смущать ребенка. Потом подружитесь. Девочку кормить надо. Галь, мы к чаю накрыли? Или вы там не ели? Нет, мы не ели. Я Надюшу до обеда собрала. Ну тогда сначала обед, а потом чай. Так, молодежь. Кыш в гостиную. Окей. Потом насмотритесь, пока мы с Надеждой обедать будем, да? Фаина Марковна, только Наденька не любит гречку. А чего это ты мне все за Наденьку рассказываешь? Что же мне? Знаешь что, Галя, тоже давай, кыш в гостиную. Мы сейчас с Надеждой такой обед придумаем, какой она в жизни не пробовала. И никакой гречки, правда? Правда. Я ни на какого ребенка не нападала. Ваша Людмила Полищук на меня наговаривает. Я вообще сегодня в детское отделение не входила. Хорошо, допустим. Зачем вы сбежали с работы? Вас обыскались. Правда? Я не сбегала, мне стало плохо, я ушла. А звонков вы, конечно, тоже не слышали. Вам звонили, звонили. А у меня телефон сел, батарейка разрядилась. Странно. Обычно, когда человеку плохо, он идет в больницу, а не из нее. Послушайте, я просто хотела поспать. Накануне у меня была очень тяжелая смена, вот я и забежала на часок домой. Я и раньше так делала. Приходила домой, спала, а потом обратно возвращалась на работу. Я устаю очень в последнее время. И когда мы вас встретили, вы как раз шли на работу. С сумкой, собранной в дорогу, и пачками денег в валюте. Именно. А что, ходить на работу с деньгами – это какое-то преступление? Хватит морочить голову. Шприц с димедролом был найден на месте преступления. Может, ты сразу скажешь, что ты хотела сделать с ребенком? А что, на этом шприце есть мои отпечатки пальцев? А их там не было? А, ребята, вам виднее. Да, но в перчатках было. А вы докажите, что я там была. Имя Виктория Савченко вам о чем-то говорит? Нет. Совсем ничего? Хотя подождите. Да, действительно, у нас была такая роженица. Мальчика здорового родила. Мы действительно с ней общались, но я со всеми своими пациентами общаюсь. У меня работа такая. Но это же вы для Виктории Савченко брали образец слюны у сына Александра Савченко. Я ничего ни для кого не брала. Правда? Она говорит, что именно вы взяли образец ДНК у малыша. Да бред какой-то. Виктория Савченко арестована. И сейчас дает показания против тебя. А план был простой. Взять образец ДНК у младшего Савченко и подменить. Выдать его за ДНК ребенка Виктории. И этот план предложила ты, а потом решила убить ребенка, чтобы не возникло никаких вопросов. Это неправда, это не я.
Ну, можешь и дальше здесь сидеть и покрывать свою подругу. Но отдуваться придется вам одной. За двоих. Это же был план Виктории Савченко. Точнее, Мешковой. Убрать Марину, а затем ребенка. Да? Она хотела денег. От Александра Савченко. Ей нужен был тест срочно. Она меня шантажировала, и у меня не было другого выхода. Мы вам верим. Верим. Откуда про замену теста узнал? Сашка час назад по телефону рассказал. Вы пишите, пишите. И советую все называть своими именами. Сегодня одна медсестра покушалась на Сашиного сына. Нет. А я совершенно случайно оказалась там, ей помешала. О, Господи, это каким уродом нужно быть, чтобы поднять руку на беззащитного младенца? Я думаю, что за всем этим стоит Виктория. А Наталья, медсестра, просто исполнитель. Какое счастье, Люся, что ты оказалась в нужное время в нужном месте. Я открою. Проходи, проходи, сыночка. Ну, как там малыш? С малышом все в порядке, там сейчас дежурит наряд полиции. Саша Троицкий звонил. Наталья дала показания. Все сходится. Заказчик Виктория. У Боровко уже ордер на ее арест. Вика еще пыталась подделать тест ДНК, но у нее здесь ничего не получилось. Неужели это все скоро закончится? Скоро эту тварь арестуют, и мы наконец-то выдохнем. Люсь, я... Я пойду готовить ужин. Я вас оставляю. Спасибо. Я все хотел тебе сказать, но... Если бы не ты, я бы сегодня потерял сына. Ты наш ангел-хранитель. И мой, и моего малыша. Кажется, я закончил все свои дела. За Жору отомстил. Саша, как ты хотела, помог. А Вику, наверное, уже арестовали. Завтра, наконец-то, можно лететь домой. Думаешь? А ты иначе считаешь? Я думаю, что наш дом здесь. Меня такая тоска грызет за границей. Здесь все свои, все родные. Да и бизнес у тебя не складывается там. Поэтому я и подумала. Может, останемся здесь? Знаешь, я тоже так думаю. Давай. Нам ничего здесь уже не угрожает. Будем жить.
идти, голова разболится. Как ты здесь оказалась? Очень просто. Дождалась, когда вы с Катюшей уснете. И хлороформ. Ваши тела, конечно, не лучшее зрелище, но я пережила быстро это потрясение. Что тебе от меня надо, сука? Катя где? Ты куда дела Катю, сволочь? Ты ее больше не увидишь. Вика, будь человеком. Я тебя прошу, только не трогай ее. Катя тебе ничего не сделала. Хочешь убить? Убей меня. Это очень просто, Ромочка. Я придумала кое-что поинтереснее. Ты будешь жить в вечных муках. Хочу, чтобы ты гнил изнутри. Но ты больная. Ты во всем виноват. Единственный мужчина, которого я любила, доверяла тебе. А ты меня предал. Трижды. Первый раз, когда выбрал Катю. Второй, когда передал видео в суд с убийством Мешкова. Третий, когда помешал мне получить деньги Савченко. Теперь ты не сможешь мне помешать. Я думала, как тебе отомстить. Решила, начну с Кати. Она умрет. Ты ничем не сможешь ей помочь. Будешь лежать здесь и мучиться. Представляю, как твоя любимая истекает кровью. Не смей ее трогать, слышишь? Только попробуй ее тронь, а? Ты тварь. Я тебя из-под земли достану, ты поняла меня? Я тебя живьем загрызу, слышишь, сука? Я тебе глотку перегрызу, тварь. Глотку убери. Чай тебе еще налить? А можно какао? Конечно, можно. Сейчас. У нас там какао не часто дают. А у вас его можно пить каждый день. Не хочу назад. Потерпи. Ну, это ненадолго. Ты меня еще раз позовешь в гости на приключения? Обязательно. А когда? Ну, я думаю, на следующей неделе. А надолго? Надюш, надеюсь, что скоро я смогу забрать тебя насовсем. Ура! Доброе утро! Александр Павлович, вы к малышу? Здравствуйте, Аркадий Борисович, да, к малышу? Здравствуйте, как он? Нормально, состояние стабильное, аппетит хороший, набирает вес, в общем, становится сильнее. Слава Богу. Слава Богу. Что у вас тут за суета с самого утра? Да у нас вчера поздно вечером подбросили мальчика. Представляете, в автокресле, прямо к нашим дверям. Господи, кем нужно быть, чтобы ребенка своего оставить? Ну, я думаю, что вы можете знать этого мальчика.
Я абсолютно уверен, что это сын вашей родственницы Виктории Мешковой. Я прошу вас, пройдемте со мной. Подтвердите, он это или нет. Пожалуйста. Вес и рост в норме. Грудная клетка развита хорошо. Ни хрипов, ни отклонений не вижу. Эритроциты, лейкоциты, все в норме. Реакция на движение и на звук отличная. Прекрасно. В общем, мальчик полностью здоров. Угу. А это? Это родственники. Ну, слава богу. Хоть кто-то нашелся. Такой малыш хороший. Ну, богатырь, посмотри, кто к тебе пришел. Это точно он. Вы в этом уверены? Уверен. Господи, как можно бросить собственного ребенка? Да уж. Привет, Сань, говорить можешь? Случилось. Виктория оставила своего ребенка у дверей больницы. Да, той самой. Да, уверен. Приехать сможешь? Хорошо, жду. Ты зачем пришел? Хотел посмотреть убийцу своей дочери. Ты все спланировала с самого начала. Как ты могла? Все не так. Я не хотела смерти Марины. Валя, пожалуйста, поверь мне. Я действительно не думала, что так получится. Я ведь искренне тебя полюбила. И я очень хотела создать с тобой семью. Викторию взять не успели. То ли сама почуяла опасность, то ли кто-то предупредил. Но ориентировки мы уже разослали. Пока она на свободе, нам всем грозит опасность. Да, сейчас нужно быть предельно осторожными. К сожалению, я охрану дать не могу. Все мои люди заняты поисками Мешковой. Ничего, мы справимся. Да, нужно быть предельно осторожными. Постарайтесь не выходить одни на улицу, особенно в позднее время. Нашим родным грозит опасность. Езжай, предупреди их, а я останусь, мне нужно охранять сына. Никто не знает, что этой больной в голову придет. Да, согласен. Правильное решение. Я пришел попрощаться. Уезжать?
Влетаю в Берлин. Надолго? Я вернусь. Когда убийцы моей дочери будут судить, я хочу лично проследить, как им будут вносить приговор. Виктория подбросила своего ребенка на порог больницы. Она на свободе, поэтому, думаю... Я думаю, до суда еще не скоро. Она может нанести удар в любой момент. И неизвестно, кто будет первым. Езжайте. А я останусь здесь. Я буду лично охранять своего сына и вашего внука. Я глаз с него не спущу. По очереди. Я оставлю вас с внуком. Установить наблюдение на всех вокзалах и в аэропортах. За домом Мешковой установить круглосуточное наблюдение. И не спускайте глаз с больницы. Ее нельзя упустить. Она наверняка вооружена и очень опасна. Передайте всем постам. Да, слушаю. Как не отвечать на звонки? Так, спокойно. Спокойнее, Людмила. Только прошу, без какой-либо самодеятельности. Хорошо, сейчас выезжаю. Буду на месте. Ну что, результат есть? Да, есть. Пропала Екатерина Клименко. Звонила Людмила, она сейчас едет в дом Романа Платова. Мы с тобой тоже едем. Куда? Сейчас? Да, едем. Ну что? Никого. У меня тоже тишина. Может, они уехали? Людмила Сергеевна, Катерина вам ничего не говорила? Они куда-то собирались? Собирались за границу. Ну, Катя бы не уехала, не попрощавшись, я ее знаю. А если они уехали куда-то ненадолго, например, к друзьям на дачу, на природу? Не думаю. Здесь что-то не так. Yeah.